Доброе утро, друзья мои. 9:00. Никак не можем мы рано выйти. Я поздно ложусь. Уже 30. Вчера часа 3 гладила ночью. И никак не получается у меня. Дэми вчера вот такие плавки купила. На Ирму ничего не нашла. Только были мужские. Посмотрите, как переполнено. Ты что, раскашлялась? Посмотрите, столько детей, столько деток. Ну, они, знаете, когда накупаются, совсем по-другому. Уже и загар приняли, классно. Так что давай, давай. Идите, идите, Дэми, идите. Иди вперед, иди. Ирма, Ирма подавилась, да? Слюнка, иди, Ирмочка, иди. Бабуля столько гладила. Купила ему побольше шорты на 7-8 лет. Вот так быстро... Растет у меня мужичок, тащит воду. Ой, иду вся сонная, не могу проснуться. Ладно, пошли бы купаться. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. С детками вышли на эту сторону, хотим зайти в ШОК, купить им фанту, кока-колу, обещала. Ребята, Мари, послушай меня. Я что хочу тебе сказать, бабуля, послушай меня. Нельзя говорить с ребята, потому что у нас есть еще и бабушки, есть и молодые, и старенькие, и разного возраста, и они обижаются. Поэтому надо говорить, мои дорогие подписчики. Мои дорогие подписчики, вообще не кушайте чипсы, потому что они делают из тараканов. Я правду говорю. Я люблю чипсы, я буду кушать. Ты будешь тараканами, да? Ирмочка, ты будешь чипсы кушать? Все, ну пойдемте, давайте, ребята, а то жарко. Ребята? Дорогие подписчики, посмотрите, я босиком хочу. Ну все. Где такая лафа? Вы знаете, что когда моя мама звонит, им говорит, вы соскучились по Батуми? Да. А я говорю, ну хорошо, говорю, если соскучились, то отвезу вас завтра. Они сразу все хором, нет, мы не хотим Батуми. Они все хотят возле с нами быть. Дэми мужичок тащит рюкзак. А почему, Дэми, у тебя рюкзак на ту сторону? Надо его изменить. Наверное, с одной стороны, все понятно, бабуля все сделает. Вот этот двор, кошкин дом. Ну, сейчас кошки все спрятались. Болит, а тут нет. Угу, хорошо, бабуля. Мои курортники. Посмотрите, сколько чего я набрала. Вот такие хлопья очень выгодно. Кукурузные. Сейчас 3 упаковки, 2 берешь, 1 в подарок. Вот одну покупали мы 12 лир, там было 450 грамм, а здесь выходит около 700 грамм. Очень выгодно. Вот и взяла айран, взяла им такой. Сладости понабрала, вот этих печенец. Хотите печеницы? Нет, ничего не дам вам здесь дома. Яйца купила. Яйца уже 26. Я помню то время, когда было 15. Друзья мои, дорожает. Вот этот хлеб государственный взяли 4 штуки, 3 лиры. Угу. Вот что, видите, как они. У нас такой завтрак сегодня. На. На, отрывай. Как отрывать? Отрывай. Ты хочешь, Дэми, хлеб? Очень вкусный, да? Ага. Романтика. Так нельзя кушать. Ну, такой у нас романтика. Никого людей нету. Бабу. Ни одних детей нету, ни людей нету, только я. Нет, только мы. Сумасшедшая бабуля и сумасшедшие внуки. Жаль, что теника здесь нету.
Вообще все люди на машинах едут. Потом это такое солнышко. Это еще хлеб захотела. Всем доброго вечера, друзья мои. Сегодня в гости к нам приходила Озлем. И с гостинцами она принесла конфетки сладкое для детей, мясо принесла, такие косточки принесла мясные. И мы приготовили сегодня хашламу. Сделали чуть-чуть на суп. Посмотрите, сколько костей осталось. Они мясные, вкусные. В общем, много сегодня она что-то. И, ну, естественно, я видео не снимала вообще. На эту тему мы не разговаривали, даже и не думала. Самой была неохота. Выпили чай, потом покушали суп. У меня было... Вчера я делала еду. Соус показывала, по-моему, вам уже не помню. И вот целый день провели вот так. И она ушла, покушали и ушла. Принесла она и кока-колу детям, и... конфеты разные, да, печенье. Вот Ирмочка как кушает мясо. Мясо любит Ирмочка? Кушай, бабуля. Ирмочка только проснулась, у нее нет настроения. Она еще не может понять, где она. Море на нее хорошо действует. Из-за этого мы не пошли гулять. Красавица моя! Моя телятька и бабуля сколько целует ее, сколько любит ее бабулечка. Внучечка моя. Сейчас мы с Сашковым будем чай пить. С фруктами. И фруктами закусывать. Так, вот у нас здесь фрукты я перемыла. Да, бабуля, будешь кушать, будешь. Любят они фруктики у меня. Вот такие вот дела. Настроение пришла красивая, с макияжем. Рассказывала все там о свадьбе. Новости разные. Подробности после свадьбы, что происходит у них там. И мы не пошли. У меня такой расслабон, что это море вынашивает. Ой, как же аккуратно кушать. Такой вкусный суп, да, бабуля, кушай давай. Я, знаете, почему кормлю? Потому что она маленькая, и чтобы быстрее горячая поела, я сюда вот добавила только рис. Это мясо и хлебушек, чтобы не возиться, откусывать там то все. Ирмочка, скажи что-нибудь. Вкусный суп. Мари так обрадовалась. Узлим хотела взять Мари с собой. Боится, как она к ней привыкнет. Она очень ее любит. Мари теплый ребенок. Открой ротик еще. Теплый ребенок. И она ко всем хочет. В общем, такая вот Ирмочка как кушает за две щечки. И Деми покушал мяско, и Ирмочка. В общем, вот такие вот у нас дела. Субботний вечер вот такой интересный, очень. Зато у меня так все чисто в квартире, аж приятно. Вести. Вот так мы лежим с моей толстушкой. Бабуля, сейчас будем видео монтировать вам. Ты такую шлёчку. Шлёчку. Девочка, моя конфеточку. Сейчас будем публиковать новое видео и читать ваши комментарии. Спасибо вам большое за просмотр, за лайки. Всего вам доброго. Пока-пока. У меня одно, отвечаю на ваши комментарии, у них другое, а в том чай пьют. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.